Инна Афанасьева по праву является самой яркой исполнительницей белорусской эстрады. Ее необычный голос, манера исполнения и безукоризненный внешний вид узнаваемы во всех городах Беларуси, а ее песни звучат во всех уголках страны уже на протяжении 30 лет. За это время певица побывала в каждом городе Беларуси. К слову, в Солигорске Афанасьева уже не впервые. Вы знаете, в Солигорске я первый раз побывала, когда он только строился. Он уже был построен. Поскольку я была пионеркой в свое время, был такой поезд дружбы, и мы ездили по всем молодым городам Беларуси. Начиная вот с Солигорска, Жодина, Жлобин, там, где есть большие, строились предприятия. И я помню, что когда мы приехали в Солигорск, нам рассказывали, как этот город начинал строиться, как люди жили в палатках, и тогда для нас это было вообще что-то удивительное. Ведь Солигорск – молодой город, и поэтому вот первая встреча у меня была очень-очень давно с этим городом. Особая к этому городу любовь. И здесь публика особенная, безусловно. И я очень рада и счастлива, что мы все-таки сегодня нашли дорогу сюда, потому что пробраться к вам достаточно сложновато. В 19:00 в театральном зале Дворца культуры собрались самые преданные поклонники творчества белорусской звезды. Мужчины и женщины всех возрастов и, конечно же, дети встретились вместе, чтобы насладиться творчеством любимой певицы. Праздничный концерт начался с песни под названием «Жемчуга». Эта композиция в 2001 году принесла исполнительнице наибольший успех, а также почетный титул «Песни года Беларуси». Для солигорчан Афанасьева приготовила свои лучшие музыкальные произведения. «Перечитай, белые кружева, ты проведи меня, милый» и многие другие песни звучали в живом исполнении. Исполнительница подчеркнула, что является большим патриотом белорусского края, в честь чего исполняла песни на родном языке. Песня «Я буду» вызвала среди зрителей наибольший ажиотаж. Ее исполняли всем залом. Я чувствую вдохновение, что вырастают новые крылья и гордость за Республику Беларусь. Вы знаете, вдохновение замечательно. Никогда как-то встречались, мы иногда, я в Минске ее встречала, но вот сегодняшний концерт меня поразил. Просто поразил ее такой простотой, душевностью. Вообще, вы знаете, под таким впечатлением, что она такая прямолинейная. Действительно, получили наслаждение от этого концерта. Дай Бог ей здоровья. Если в самом начале публика восторженно аплодировала, сидя на своих местах, то в конце программы многие из присутствующих, не сдержав эмоций, вступили в плес, чем несказанно порадовали певицу. Дарить свою любовь, вдохновение людям Афанасьева продолжит уже в Бресте. 24 ноября певица порадует своих поклонников очередным сольным концертом.